Выставка педагогических идей. В образовательном центре «Акбубек» организовали смотр самых эксклюзивных проектов в дошкольном образовании. Воспитатели поделились своим опытом и уникальными методиками преподавания для развития маленьких актюбинцев. Инкара Карашаева продолжит тему. Выставка организована в рамках конкурса педагогического мастерства «Щиксызалем». Первым делом ее участники выступили с проектами перед коллегами. Самым интересным и актуальным для слушателей стало выступление воспитателя центра «Акбубек», который открыл YouTube-канал. Здесь же наградили победителей творческого состязания. Помимо гран-при и призовых мест, педагогов чествовали по трем номинациям. Самое интересное ожидало на выставке. Воочию участники мероприятия увидели конкурсные работы воспитателей. Гульдарига Абалиева – автор уникальной терапии для детей. Развивать дошкольников она предлагает национальным атрибутом популярной казахской игры «Асагату». Коврик для точечного воздействия на стопы, счеты, магнитики, лабиринты – все это изготовлено из асагов. Асык-терапия очень важна в дошкольном возрасте. За свой многолетний опыт я поняла важность использования национальных атрибутов в образовании. Детям интереснее работать и играть с чем-то необычным. Асыки не только имеют увлекательный вид, но и благодаря своей необычной форме играют большую роль в разработке мелкой моторики. Не менее интересные работы представили и другие педагоги. Они создали из самых обычных материалов необычные развивающие образовательные аксессуары. Игры на липучках, массажные дорожки из крышек и камней, игрушки из пилов каргача, техника плетения из фетра, ниток, маршмеллоу и многое другое, что, несомненно, понравится детям дошкольного возраста. Ребенок, карася, рисуя, перебирая, раскладывая камни, эмоциональную тревожность успокаивает, уравновешивает. Здесь мы используем различные виды камней. Есть горные камни, потяжелее. Есть легкие камни для маленьких деток. Они очень легкие, очень гладкие. Есть речные камни мелкие. Такие, они для развития, для создания игр мы использовали. Возрастная категория 4-5 лет для более. Легкие 2-3 года использовать. Продолжительность у нас игры 3-5 минут с детьми. Старшая группа у нас 5-7 минут, а само занятие длится в старшей группе у меня 20 минут. Все эти игры направлены на развитие внимания и усидчивости современного ребенка. Ведь под воздействием гаджетов, популярных уже в раннем дошкольном возрасте, многие дети гиперактивны. А это приводит к психолого-педагогическим проблемам, говорят воспитатели. Мероприятие завершилось мастер-классами педагогических идей. Инкара Крашаева, Миржан Манжолов, телеканал «Актобе».